Шагаем помаленьку, со ступеньки на ступеньку. Будет выпуск новостей для подростков и детей. Для подростков и детей. Ступеньки! Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители! Мы рады снова встрече с вами. В эфире третий предновогодний выпуск передачи «Ступеньки». А знаешь, Ваня, оказывается, не все любят Новый год. Не может быть! Яркая мишура, нарядные елочки, Дед Мороз и Снегурочка. Как можно не любить этот праздник? Оказывается, может быть и такое. Вот у меня есть один знакомый мальчик, который жутко не любит Новый год. Он считает, что уже взрослый и не должен веселиться, как ребенок. Сидит, грустит. Это ужасно! Надо ему помочь. А давай пойдем к нему в гости. Может, нам удастся его переубедить, что веселиться можно в любом возрасте. Ведь недаром в это время года оживает. Кошмар! Все эти игрушки, подарки, гирлянды, конфеты, костюмы. Для малышни все это. Как же я это все не люблю. Вот бы взять и отменить Новый год. Да кому он вообще нужен? Ты что, всем нужен? Вот посмотри, что люди говорят об этом празднике. Пожалуйста, вы любите Новый год? Очень. А почему? Ну, не знаю, что такое загадочное, сказочное. Люблю Новый год, красивый. Всегда приносит какую-то радость. У нас тоже его не любят. Все, конечно, с самого детства все любят. Самый волшебный, самый ожидаемый праздник в нашей жизни. Весело, елки, хлопушки, мандаринки. Скажите, пожалуйста, вы любите Новый год? А то, как же без Нового года? Мы же в душе всегда дети, понимаете? Ну, это секрет, конечно, но я думаю, каждый в душе чувствует, какое-то чудо должно произойти, но к этому чуду надо еще немножко руки приложить. И все получится, конечно. Это подарочки, во-первых. Всем дарить особенно надо их. Когда мне дарят, тоже люблю. Ну и вообще люблю. Это очень новогоднее настроение, как будто это все. Мандаринки, не мандаринки, очень люблю. Самый любимый праздник. А с чем он у вас ассоциируется? Ну, наверное, со сказкой, с детством, с каким-то волшебством, с новыми надеждами. Но все самое лучше. Максим, не время сидеть дома. Пошли пообщаемся с ребятами. Они тебе тоже про Новый год много интересного расскажут. Ну хорошо, пойдем. Бегаю, ем конфет, мандарины и рисую я картины. Дедушку Мороза жду и подарочек хочу. Деткам елочка пришла, снежная ткань принесла. На елочку шаги платье носит. Елка звездочки блестят, елка лапочки горят, уши разные висят. Замечательно на это. Мужикан, поскорей, заиграйте сиди. Станем дружно халава. Здравствуй, Новый год! А на елочке игрушки, гирлянды, и хлопушки, и пальчин, и мишула.
Новый год пришел. Ура! Мчатся сани ледяные, колокольчики звенят, и в миске висят подарки Дед Мороз для всех ребят. Вьюга, белая искрица, лес волшебный чудо ждет, и сквозь чащу по сугробам Новый год уже идет. Новый год взлетает с неба и Иисус идет. Из другого снега нам приходит Новый год. Он, наверное, уже снежинкой на каком-нибудь везде. И потатался пушинкой у Мороза, молодец. Батарейский холодильник и к белочке тупо. И в саньке будильник он завался по стеклу. Но всегда бывает чудо. На часах 12 бьет, и неведомо откуда к нам приходит Новый год. За окошком белый снег, во дворе веселый смех. Это праздничный народ поджидает Новый год. Будут праздники веселья, пой курантов президент. Вся Россия с нетерпением ждет все радостный момент. Будут танцы до упада и салюты до утра. Новый год пришел в Россию! Новый год пришел! Ура! Гирлянды, подарки. Подумаешь, а чудес на свете все равно не бывает. Ребята, что это за необычные звуки? Ой, смотрите, это же Дед Мороз! Что такое? Что случилось? Не хватает волшебства. Как такое приключилось? Где же вера в чудеса? Давным-давно утеряно. Но это легко исправить. Василиса и Ваня будут моими помощниками. Нелегкая нам предстоит задача, но мы справимся. А знаешь, Максим, что у каждого года есть свой символ? В новогоднюю ночь нужно и накрыть стол, и одеться так, чтобы угодить хозяину года. Вот уходящий 2017 год петуха, а следующий какой? Не знаю. Расскажите. Конечно, слушай. Привет, а вы знаете, почему я так нарядился? Точно, это животное олицетворяет верность, любовь, доброту и понимание. Таким добрым и хорошим будет следующий год. По китайскому восточному календарю год собаки наступит 16 февраля 2018 года и продлится до 4 февраля 2019. Предыдущий год этого знака зодиака с данной стихией и цветом праздновался в 1968 году, а следующий будет через 60 лет, то есть в 2079 году. Желтая земная собака – символ мудрости, стабильности и плодородия. В 2018 году астрологи предрекают человечеству мир и покой, окончание конфликтов и волнений во всех странах. Это связано с тем, что собака по природе своей мирное и дружелюбное существо. Так что если вы с кем-то в ссоре, то самое время помириться. А трудолюбивых учеников в грядущем году ждут заслуженные награды, новые и интересные проекты. Главное, не бойтесь пробовать что-то новое и работать над собой, когда счастье и удача будут сопутствовать вам весь год. Здорово! А вы еще про подарки что-то говорили? Ах, про подарки! Ну, конечно, какой Новый год без подарков? Пошли! Новогодних праздников мы спешим купить всем своим близким и родным людям презент. Но самое главное – это подготовить подарок на Новый год ребенку. Ведь малыши так верят в чудеса и ждут того момента, когда Дед Мороз и Снегурочка принесут долгожданные подарки. Они пишут письмо Деду Морозу, потом считают минуты до того момента, когда под елочкой появятся коробки с долгожданными сюрпризами. А вот подобрать такую игрушку, которая бы пришлась по вкусу ребенку и запомнилась надолго, можно в магазине «Катюша». Скорей сюда! Скорей сюда!
приятно получать подарки. Не то слово. Вот это восторг. Sign of stopping. I vote some call for popping. Let's turn away down low. Let's snow, let's snow, let's snow. Вот видишь, а ты говоришь, праздник отменить. А я Ваня, мы ведущие телепрограммы «Ступень». А это Максим, он не верит в Новый год. Давайте мы его убедим, что Новый год существует. Как не существует? Новый год существует. Давайте сядем все за стол и все обсудим. Мы так долго гуляли, что проголодались. А здесь очень вкусно готовят. Давайте попробуем. Да, здесь очень вкусно готовят. На днях здесь был мой день рождения. Нам здесь очень понравилось. Все пирожные и десерты пекут сами. Я обязательно буду приходить сюда с родителями отмечать свои все семейные праздники. Да, здесь было очень вкусно и здорово. Да, мы еще познакомились здесь с новыми друзьями, Виолеттой и Лорой. А еще мы перед Новым годом играем в школе в игру «Отгадай новогоднюю загадку». Давайте вместе поиграем. Он приходит к нам зимой в теплой шубе с бородой. Дед Мороз! Тоже он не молодой, тоже ходит с бородой. Но приходит круглый год, лечит он лесной народ. Ай, болит! Этот тоже с бородой. И коварный он, и злой. Обижал он Буратино, Артемона и Мальвину. Карабас, барабас! Рыжая, с хвостом. На дереве живет и орешки все грызет. Тоже мне сложная загадка. Ясно же, что это лиса, раз рыжая да с хвостом. Что? Лиса? Где это видно, чтобы лиса по деревьям прыгала? А может и прыгает, просто мы не видели. А тогда кто? Ребята, кто это? Белка! Ой, и правда, какие умные дети. Тогда по еще одной загадке для каждой команды. Сидит красная девица в темнице, а коса зеленая на улице. Морковка! Белый и пушистый ком, чем катаем его дольше, тем становится он толще. Нежный ком! Для вас моя самая трудная загадочка. Из колодца лишь со мной сможете напиться, урожаю лишь со мной легче уродиться. Ведро! Вот собрали мы отгадки. Снежный ком, ведро, морковь. Что из этого легко собрать? А умные ребятки? Игорька! Вы все такие молодцы! Все загадки отгадали. Прям подняли мне настроение. Ну, как твое настроение? Улучшилось? Ну, немного. А чтобы окончательно тебя переубедить, ребята еще кое-что приготовили. А какой же Новый год без елки и хоровода вокруг нее? Зимой и летом стройная зима.
Спасибо, ребята! Вы хорошо выполнили задание Деда Мороза. Ну что, Максим, убедили мы тебя, что бывает Новый год и бывают новогодние чудеса. Спасибо, Дедушка Мороз. Вернули мне веру в волшебство и чудо. И я понял, что Новый год нужно любить за то, что весь город и вся страна наполняется теплом разноцветных огней, ароматом мандарин и добром. Наша передача подошла к концу, и мне бы хотелось пожелать вам, дорогие телезрители, всего самого доброго, светлого и радостного. Будьте счастливы в новом году! Дорогие крымчане, искренне поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей. Переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для вас особенным. Новый год настает, открывайте двери, счастье людям он несет. Тем, кто в сказку верит, бьют куранты, снег идет, радость, смех повсюду. Пусть же в этот Новый год мы дождемся чуда. По планете Дед Мороз на лошадках мчится. Знаем мы, сейчас всерьез волшебство случится. Что такое Новый год? Это все наоборот. Елки в комнате растут, снеги шушат, снег лежит. Зайцы рядом с луком на колючие елки. Дождик тоже не простой, Новый год золотой. Блещет, что есть ночи, никого не мочит. Даже Дедушка Мороз никому не щипит. Друзья, вот и наступает долгожданный Новый год. Самый яркий и сказочный праздник на свете, который одевается особыми мелодиями в сердцах детей и взрослых, который дарит добро и смех, веселье и радость, а самое главное – веру в чудо. Пусть каждый из вас в новом году получит то, о чем он мечтает. Любящие семью, больные – здоровье, одинокие – свою половинку, веселый праздника. Пусть за любым поворотом судьбы вас ждут события, которые принесут вам достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне. Загадайте под бой курантов желание, и пусть оно непременно сбудется. С Новым годом! Мой брат нял перерос, того всех до слез. Он мне сказал, Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он не сказал, ему не верь, но тут сама открылась дверь. И вдруг я вижу, ходит дед, он с бородой, в тулуп одет. Тулуп до самых пят, говорит. А елка где? А дети рядом спят? С большим серебряным мешком стоит осыпанным снежком. Пушистые шапки дед, а старший брат твердит тайком. Да это наш сосед, как ты не видишь. Нос похож, и руки, и спина. Ну что ж, а ты на бабушку похож. Но ты же не она. Пусть Новый год для всех людей Земли приносит мир, общение, свободу. Чтоб ссоры, войны, ненависть ушли. Объединятся в мире все народы. И дети все из самых разных стран любить друг друга будут беззаветно. Исчезнет ложь, уйдет совсем обман. Счастье будет и зимой, и летом. Подарки мы друг другу разошлем. О чем мечтали, точно мы получим. У нас одна земля, и мы живем, чтоб становилось жить всем людям лучше. С Новым годом! В
во дворе веселый смех. Это праздничный народ поджидает Новый год. Будут праздник и веселье, бой курантов, президент. Вся Россия с нетерпением ждет сей радостный момент. Будут танцы до упада и салюты до утра. Новый год пришел в Россию, Новый год пришел, ура! Четыре лапы, разный нос нам этот Новый год принес. Комочкам света и тепла собачка к нам ко всем пришла. С Новым годом поздравляем, сердце всей душой желаем, чтоб прожить нам этот год без печали и забот. Часы 12 уже бьют, секунды быстро так бегут. Новый год пришел, ура! Поздравляю вас, друзья! Всем желаю я здоровья, всем желаю я добра. Отступает пусть плохое, люди, верьте в чудеса. Пусть мечты все оживают, счастья вам во все дома. С волшебством вас поздравляю, всем успеха и тепла. Пусть в Новый год случится чудо, в душе зажгутся огоньки, и целый год у вас не будет ни огорчений, ни тоски. Пусть елка с яркой звездою ваш дом удачу принесет, любовь и крепкое здоровье. Пусть год вам сказочно везет. Под бой курантов загадайте свои заветные мечты и в дом свой поскорей впускайте год радости и доброты. Дивное время, зима, морозное, суровое, но волшебное. Похрустывание снега под ногами, солнечные зайчики на сосульках, сказочный полет снежинок. Ах, как это прекрасно! Что вам приходит на ум, когда вы слышите слово «зима»? Мне, например, Новый год. Сразу вспоминается праздничный стол, покрытый хрустящей белой скатертью, бабушка с тарелкой оливье, мама, в который раз пересматривающая бессмертное творение Рязанова. Все мы общаемся, обмениваемся пожеланиями, подарками. Хочется пожелать всем семьям благополучия, счастья, радости, тепла, веселого звонкого детского смеха, достатка. Замирают ссоры и тревоги. Мир становится счастливей и добрей. Новый год вот-вот уж на подходе. Приглашает в каждый дом гостей. Он подарит сотни новых шансов и раскрасит все в счастливый цвет. Поздравляю с цифрой 18, с годом многих радостных побед. Дорогие ребята, поздравляю вас с самым веселым на планете Земля праздником, Новым годом. В новогоднюю ночь случаются чудеса, а главное зимнее чудо на Кубани – снег. Представьте, 1 января, часов это 12, вы просыпаетесь, смотрите в окно, а там белым-бело. Вы вскакиваете на ходу, одеваясь, и выбегаете на улицу, понимая, что на то, чтобы насладиться зимними забавами, у вас катастрофически мало времени. И вы самозабвенно катаетесь на ледянке по замерзшему асфальту, лепите из полуснега полугрязи снеговика и заскребаете драгоценные снежинки с машин, не заботясь о сохранности краски, чтобы запустить таки пару снежков, ну хоть в кого-нибудь. Друзья, я желаю вам побольше снежных, морозных, ясных дней. Пусть весело и динамично проведенные зимние каникулы дадут старт новому 2018 году.